Сразу несколько мероприятий на этой неделе провели сотрудники Щелковского отдела Государственного административно-технического надзора Московской области. На этот раз пристального внимания инспекторов удостоили щелковские памятники. Сотрудники ведомства внимательно осмотрели их состояние и вынесли такой вердикт. В целом все памятники города Щелково, которые мы объехали, находятся в удовлетворительном состоянии. Чистенькие, аккуратненькие, очищены снегоналеди, следов паводков не наблюдается. К слову, паводки тоже привлекли внимание инспекторов. С этой темой в Щелково не все так гладко. Существует ряд подтоплений на центральных улицах, а также в микрорайонах Щелково-7 и Чкаловский. Всем ответственным за это лицам выписаны штрафы. Ну и завершающим мероприятием на этой неделе стало вручение постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении нерадивых юридических лиц. Провели его инспекторы вместе с сотрудниками службы судебных приставов. Эта процедура коснулась тех предприятий, которые систематически не оплачивают штрафы, выписанные Госадмтехнадзором. Служба судебных приставов дает срок на добровольную оплату в течение 5 рабочих дней. Если оплата произведена не будет, будет волнительный сбор наложен в размере 7% и плюс тот размер штрафа, который был назначен Госсанитехнадзором Московской области. Мария Смирнова, Игорь Поляков, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».